Разыскивается 5-летняя девочка. Звоните, если можете помочь. Примерно такой смысл публикации, которая взорвала саратовскую часть интернета. В популярных соцсетях ее снабдили красноречивым заголовком «Максимальный репост». И это сработало. Однако внимательные читатели заметили, что малышку ищут не полицейские, а судебные приставы в рамках дела о порядке общения одного из родителей с несовершеннолетним ребенком. То есть один родитель не дает другому видеться с ребенком. Похоже, мама с папой не могут определить, кто любит больше. Жаль, что дети страдают от поведения родителей. Информация о розыске детей на сайте службы судебных приставов появляется регулярно. Это происходит, когда родители после развода не могут договориться, как им видеться с ребенком. В социальные сети эти объявления обычно не попадают, и общественности о них неизвестно. Однако в этот раз получилось иначе. История получила огласку, и у адвоката мамы, якобы пропавшей девочки, к приставам появились претензии. У приставов на исполнение 20 апреля 2017 года находится исполнительный лист о вселении Платова Елены Владимировны, Златы Новак в квартире, в которой проживает ее папа, который, соответственно, инициировал розыск. Вот. И с апреля месяца их не вселили в квартиру, в которой у них есть право собственности, зарегистрирован ребенок в этой квартире. То есть он как бы препятствие чинит. И приставы ничего не делали для того, чтобы поселить их в эту квартиру. Соответственно, зачем все было начинать все розыскные мероприятия, если вот вселить ребенка и маму в эту квартиру, и как бы можно беспрепятственно общаться с ребенком.